Это что же, пыточная у вас такая? Депутатский зал. Вы располагайтесь, времени у нас мало. Давайте ближе к делу. Это все из-за концертов, что ли? Садитесь. Отдайте. Что? То, что взяли. Это? Или... это? Паспорт. Ивлева Татьяна Петровна. Подозревается в совершении действий по статьям 221 и 223 УК Узбекской ССР. Приобретение, хранение, транспортировка наркотиков. Дала объяснение. И подписку о невыезде. Почерк узнаете? М? Это лекарство. Оно принадлежит мне. И это? 37 ампул. По 5 кубических сантиметров. А было 40. Начали, стало быть, лечение. Вы как разговариваете? А как бы вы хотели? Нарушен закон, совершено преступление. Это мое. Это все мое. Благородно. Угу. Думаете, вам ничего не сделают? Может быть. Но только ей не поможете. Угу. Пойдет по тем же статьям с участницей. Только деяния будут групповыми. Срок больше. Испугал. Ну и что дальше? Езжайте в Москву. С вами там свяжутся. Наверное, будут выдвинуты какие-то предложения. Если вы их примете, я думаю, дня через 3 Татьяна Петровна будет в Москве. А пока Фридман поселит ее в ту же гостиницу, если хотите, в тот же номер. Арестовывать я ее не стану и даю слово офицера. Допрашивать тоже. До ваших московских решений. Каких решений? Этого я не знаю. Я прошу. Все в ваших руках. Договаривайтесь в Москве. Вы ее задерживаете, чтобы меня на поводке держать, да? Боюсь, огорчу. Я бы и поехал, и поклонился бы, ничего. Корона бы с головы не упала. Только вы ее тогда не отпустите. Она будет сидеть, а я на поводке бегать. Так я ее угроблю. Это способ для тех, кто за шкуру свою боится. Вроде оправдания, я не для себя, я ради нее. А мне, Виктор Михайлович, жить на две затяжки осталось. Так убедительно все рассказали, слово офицера дали. А вот сейчас позвонят, Михалыч, к ноге, и все. Потому что всю жизнь в ошейнике. Кажется, такая полезная вещь. Ну как без нее? Не поймем мы с вами друг друга. Давайте бумагу. Давайте, давайте. Что писать собираетесь, Владимир Семенович? Правду. Не поверит никто. Самооговор. Мотив понятен. Хотите помочь близкому человеку. А у меня признание Ивлева и подкрепленные оперативной информацией и вещественными доказательствами. А у вас слова? Сидеть будет. Отпусти ее прямо сейчас. Помнишь, как у Пушкина: на волю птичку выпускаю,
Люди птиц из клеток выпускали, чтобы самим свободнее стать. Попробуй. Вот! Володя! Вот! Володя! Вот! 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 Вот так! Все! Ничего у тебя на него нет! Володя, у Совсем него ничего на тебя сошел. Нет! Ничего капитан, у него на тебя нет! Вот капитан, так! Ничего вот у это тебя на улицу него нет! Унеси. Нет! Слушаюсь. Все нормально. Все нормально. Вот так. Угу. Прометей хренов. Какой есть?